это рубрика «Дедлайн», и я ее ведущая Анжелика Пальцева. Я уже рассказывала, что в детстве я очень боялась темноты и засыпала только с включенным светом. Но если бы у меня был гаджет, о котором я сейчас расскажу, я бы точно не тратила зря столько электроэнергии. Представляю вашему вниманию ночник под названием «Кролик». Давайте распаковывать сразу. Вы только посмотрите, какой он очаровательный. С таким малышам точно не будет страшно. Светильник не нагревается и не нуждается в постоянной замене батареек. Заряжается он от USB. Ночник оснащен датчиком, который обеспечивает реакцию на прикосновение. Так что если мы хлопнем по нему ладонью, поменяется режим освещения. Также в процессе работы ночник светит разным цветом. Цвета плавно сменяют друг друга. Кстати, кролик силиконовый, то есть он может служить как антистресс. Просто сжимайте его. Поверьте, действует это расслабляюще. Стоит он около 900 рублей. Кстати, это не только источник света, но и элемент декора, который можно поставить в любую комнату своего дома. А на этом у меня все. Хорошего вам дня и отличного настроения. До встречи в следующих выпусках Дедлайна. Пока-пока!